нервы накалены до предела, и арбитр назначает пенальти. Юрий Столешников, твое слово. Юрий Столешников не реализует решающих пенальти в игре сборной. После дисквалификации ты можешь поиграть год-другой. Я думал, дадите нормально уйти. Прости, но прощального матча не будет. Сейчас сказал, из машины выходи! Эй! Пару дней переводишь себя в порядок и на поле. Нет, пап. Дальше я сам. Юра, Юра, здесь! Питер тебя хочет главным тренером. Питер? Ты где? Лариса Вольская, президент Питера. Ничего себе. Не думал, что врача-реабилитолога может быть такая улыбка. Это попадос, друзья! Пока форму не вернете, об основе забудьте. Вы у меня летать должны! А ты зачем сюда приехал? Приехал, чтобы побеждать. Помогайте нам. То есть мы начнем петь, а вы начнете выигрывать? Ну, может, нет. А вот вы точно начнете выигрывать. Все понимают, почему вы здесь. Вот сидите, все едите. Давайте так. Мы вас не сливаем, а вы нам просто не мешайте жить. Почему я главный тренер команды «Метеор»? Мальчик, который за 20 миллионов в месяц по мячу промахивается. Ты списан. Такие чудеса и творят. Понимать должны, что за ними весь край стоит. У тебя все получится. У нас получится, Варя. Вперед, Метеор! Футбол, Юра, выжженная земля, покрытая трехметровым слоем говна. Никому он тут не нужен. Нужен. Вот, может, сейчас больше всего нужен.